Greg Moore. I'm with Rogers Television. Теплые встречи в холодной стране. Эти северные люди греются эмоциями, люди с крепким рукопожатием. Только что меня спросили, сколько дней мы здесь проведем. 5 дней. 5 дней одного года. В этом городе рождаются редкие люди. Люди с привычкой смотреть на небо. Это небо дает им жизнь, дом и пищу. Центр Гандера – не площадь, не мэрия и не ратуша. Аэропорт. Маленький, но гордый. Гордый тем, что был одним из первых в мире. И не будь его, не было бы на глобусе и города Гандер. Гусь, значит, важная птица. В прошлом веке аэропорт на канадской кромке Атлантики исправно служил перекрестком миров. Старый свет с новым связывал. Здесь лайнеры, не способные летать далеко и долго, делали обязательную передышку и продолжали свой путь с одного континента на другой. Но технический прогресс оставил восточную окраину острова Ньюфаундленд на обочине истории. Нынешний начальник аэропорта Гарри Вэй в ответе за новое время Гандера. Расцвет Гандера пришелся на мое детство. Потом многие уезжали на материк, потому что остались без работы. Но это мой дом, и это дом для всех нас. И я бы не хотел быть начальником в таком большом аэропорту, как Торонто, и в другом подобном городе. Это было бы слишком суетно и шумно для парня моего возраста. Сегодня мы в основном обслуживаем технические остановки маленьких частных самолетов и аварийные посадки. У нас работают отличные ребята, которые способны помочь при любом ЧП. 5 лет назад мы это доказали. Я помню тот день во всех подробностях. Я тогда слегка опоздал на работу, что для начальника службы безопасности аэропорта, конечно, возмутительно. Я пробежался по зданию аэропорта, все проверил, все в порядке. Вздохнул и успокоился. И тут позвонила моя жена и сказала: срочно включи CNN. В Штатах происходит что-то ужасное. Через пару минут на пороге моего кабинета появились ребята из Центра управления полетами и сказали: парни, похоже, небо над Северной Америкой закрывается, и к нам в Гандер направляется большое количество самолетов. Вот так это утро и началось. Вот здесь висит список бортовых номеров самолетов, которые приземлялись у нас тогда, 11 сентября. Мы оставили эту стену нетронутой. Да просто рука не поднимается снять эти таблички. Жители Гандера знают, как пройти в небесную канцелярию. Бульвар авиации, дом 9, второй этаж. Здесь отвечают за небо над всей Атлантикой надежные машины, испытанные люди. 11 сентября 2001 года и те, и другие прошли проверку на прочность. Там наверху трафик был напряженнее, чем в Нью-Йорке на хайвее. Около 500 самолетов буквально повисли в воздухе. Эта картинка сейчас учебное пособие для диспетчеров-новичков. Как за 2 часа посадить на одну небольшую взлетную полосу аэропорта Гандер стаю трансконтинентальных Боингов и Эрбасов, летевших тогда в самое пекло американской трагедии. Из Парижа, Рима и Иерусалима в Нью-Йорк, Майами и Чикаго. И чтобы им топлива хватило, пока они кружат над крошечным канадским островом. Хватило и топлива, и нервов, и навыков. Дюжине диспетчеров и сотни самолетов. Над нашим городом открывался прекрасный вид. Мы видели всю эту вереницу из самолетов в небе. Это было что-то вроде длинной очереди из светящихся точек. Много огромных самолетов. Что происходит? Как долго они здесь будут? И что с ними будут делать?
Вечно эти журналисты со своими вопросами. Учителя местной средней школы Брайан Мошер и Грег Блумер вообще-то журналисты на полставки, но по призванию. И пока до Гандера на перекладных добирались профессионалы с материка, любители Брайан и Грег фиксировали грандиозную воздушную парковку на допотопную камеру. Весь мир на тысячи квадратных метров, 10 тысяч пассажиров и все 6 тысяч жителей Гандера на трассе с видом на весь мир. Мы даже не знали, как долго останутся у нас эти самолеты. Нам сказали, что на борту могут быть еще и террористы. Мы были готовы к самому плохому развитию событий. И были приняты все меры безопасности. Вплоть до того, что только на следующий день пассажиры узнали, что же произошло в Нью-Йорке и почему они остались на острове Ньюфаундленд. Пришлось проверять документы всех прилетевших. На это ушло очень много времени. Люди провели в самолетах больше суток. Были пассажиры, которые требовали кого-нибудь из главных в аэропорту, как они это называли. И когда они добивались этого, то все говорили одно и то же. «Послушайте, мне надо быть там-то и там-то к завтрашнему утру». А мы объясняли, что вы должны быть счастливы, что живы, что небо Соединенных Штатов закрыто, никто не летает, и что вам пока придется остаться у нас. А мы позаботимся, чтобы вам было комфортно. Дискотека. Вот так развлекают друг друга вечерами жители города Гандер. Играют спасателей. Национальная особенность, местный колорит. Они всегда готовы. Показательные выступления сотрудников МЧС острова Ньюфаундленд. Как много в этом слове. И земля Ньюфаундленд, новая земля, найденная викингами. И порода кореглазых псов, рожденных быть героями. Эскимосы-инуиты, чьи сказки здесь читают детям на ночь, твердо верили, что произошли от этих собак-спасателей. Люди какой-то особой породы. Помню, когда я рос в поселке недалеко отсюда, мужчины собирались зимой идти в лес собирать дрова и делали это вместе. И не считали потом, кто больше собрал, кто меньше. На этой суровой земле можно выжить только сообща. Помню, тогда, в сентябре 2001-го, мне удалось организовать всех моих прихожан буквально за час. Все бросили дела, прибежали. Начали устраивать спальные места для наших гостей на полу, на скамьях. И не потребовалось никого из горожан уговаривать. И не нужно было что-то особенно координировать. Все получалось само собой. Многие хотели забрать пассажиров к себе домой, но городские власти это не всегда позволяли. Все-таки был страх, что террористы могут быть среди этих людей. Хотя какая глупость, по-моему. Плюшками балуются и баснями кормят. Дети Гандера теперь слушают на ночь не сказки эскимосов-инуитов, а бабушкины истории о пассажирах рейса компании «Люфтганза». И было их 300 человек. И с темной кожей, и с тюрбанами на голове, и в смешных шляпах с косичками. И спали они тут, на наших теплых матрасах. И говорили о заморских краях, где зимой растут апельсины. И жили они у нас, не тужили, и вкусно кушали за маму и за папу.